Глава Дмитровского городского округа осуществляет регулярный контроль ремонтных работ в подъездах многоквартирных домов муниципалитета и узнает мнение жителей о проведенных работах. Так, на днях Илья Поначевный пообщался с жителями дома номер 26 на улице Космонавтов. Здесь будут почтовые ящики новые, доски объявлений, светильники и все провода мы уберем в карабах. Культурно все, чисто стало, светло, окна новые вставили. Я, например, очень довольна. Вот, что еще сказать? Ребята работают хорошо, культурно, все убирают за собой. Ремонт сейчас идет во всех четырех подъездах дома на Космонавтов 26. Подрядчиком уже произведена замена окон, покраска стен и потолков. Идет замена почтовых ящиков, светильников, установка тамбурных дверей и ведется ряд других ремонтных работ. Программа включает в себя подъезды, которые выполняются по софинансированию с Московской областью и которые делаются за счет управляющей компании. Вот которые по софинансированию с Московской областью, там подразумевается более улучшенный ремонт, там пластиковые окна вставляются, плитка на первом этаже, замена дверей, замена светильников на энергосберегающие, ну и так далее. А те, которые делаются силами управляющей компании, они, то есть побелка, покраска, ну такая более упрощенная схема, такой текущий ремонт. Всего в Дмитровском городском округе ведется ремонт в 133 подъездах, 100 из них уже обновлены. Полный адресный перечень ремонта размещен на сайте администрации в разделе «Комфортная среда».